200 лет назад население Земли составляло всего лишь 1 миллиард человек. Не так много, не правда ли? Ну и немало. По некоторым данным, средний возраст человека того времени колебался на уровне 40 лет. Учитывая, что за последние 5000 лет этот показатель менялся совсем незначительно и составлял примерно от 30 до 40. В Древней Греции эта цифра в 680-х годах до нашей эры достигала пика в 41 год. В Турции в 15 веке она составила всего лишь 31 год. Да, это всего лишь на 5 лет больше, чем мне сейчас. Не хотел бы я жить в Турции в те времена. Но почему-то в Европе, начиная примерно с 60-х годов 18 века, эта цифра стала неуклонно расти. И причиной этому множество факторов. Быстрый доступ к качественному питанию, связанный с развитием транспорта и сельского хозяйства, реконструкция канализации, что позволило все нечистоты убрать с улиц подальше, первые пробы введения вакцинации и еще очень много всего другого. Но сегодня нам интересно совершенно не это. И сейчас мы рассмотрим тот самый святой Грааль, который сумел произвести настоящую революцию в медицинской науке. Который сократил смертность настолько, что за один лишь 20 век население Земли выросло аж в 4 раза. И сейчас оно составляет уже больше 7,5 миллиардов человек. И виной тому антибиотики. Они буквально в короткое время позволили человечеству избавиться от таких страшных заболеваний, как чума, сифилис, туберкулез, тиф и так далее по списку. И обычно рассказы про антибиотики сводятся к муторной болтовне о том, как открыли пенициллин, и к долгой, не совсем интересной, но безусловно важной проблеме, как антибиотикорезистентность. И нет, мы сегодня с вами здесь не для этого собрались. Сегодня мы попробуем заглянуть в самую потаенную часть борьбы великих умов с микроскопическими зверушками, как их называл Левенгук. Потом пройдемся по всем закоулкам историй, предпосылок, неудач и ответвлений, связанных с нелегким трудом первооткрывателей. И в конце, конечно же, затронем такую серьезную проблему, как антибиотикорезистентность. Запасайтесь попкорном, чаем или чем вы еще там запасаетесь перед просмотром видео, а я буду начинать. Началась вся эта история с одного очень честолюбивого, но упорного голландца по имени Антони Левенгук, которого все его соседи считали слегка тронутым. Он изобрел первый в мире микроскоп, смотрел в него, наблюдая бактерии, постоянно о них всем рассказывал, но никому не давал даже приблизиться к своему изобретению. А учитывая, что на дворе был 17 век, неудивительно, что его обозвали чокнутым. Забегая немножко вперед, скажу, что его все-таки приняли в члены королевского общества, которых он потом до конца своей жизни продолжил радовать своими уникальными открытиями. Шаг за шагом Левенгук открывал новый таинственный мир, который до него еще никто не мог видеть. Сначала он рассмотрел микробов в капле дождевой воды, затем в своем рту, потом он обнаружил, что под действием температуры микробы и вовсе могут погибать. Тем не менее, этот дивный новый мир таил в себе не только удивительных микроскопических животных, но еще и большую опасность. В те времена еще никто не знал, что микробы могут не только беззаботно покрывать наше тело как снутри, так и снаружи, и вообще в целом весь мир вокруг, но еще и нести смертельную угрозу. Пройдет еще не меньше 200 лет, прежде чем один молодой человек из семьи квакеров из Йоркшира по имени Джозеф Листер, вдохновившись микробной теорией Пастера, решит, что все-таки эти маленькие животные не совсем такие безобидные и вполне могут приводить к смерти, ну, по крайней мере, некоторые из них. И не с пустого места он это выдумал, ведь Джозеф Листер был хирургом, работал в Королевском госпитале Глазго и преподавал в тамошнем университете. Вообще попадание в больницу в те времена было делом не из простых, точнее, не просто было оттуда выбраться. А вот соглашаться на операцию – это уже было самым последним, на что только мог пойти пациент. Больница в те времена представляла собой жуткое, душное, темное место, источающее зловоние, как результат гангрены и сепсиса. Больных укладывали на старые грязные простыни, порой даже на простыни умерших от заражения людей. Никто не думал, что болезни могут передаваться каким-либо способом, кроме как через зловонное испарение. Поэтому все боролись не с грязью, а с запахом, и больше 40% пациентов, попадавших в больницу с ампутацией или же с открытыми переломами, погибали от инфекций. В армии эта цифра вообще достигала 70%. И Джозеф Листер знал, что здесь что-то не так, и он предполагал, что бактерии все-таки могут убивать, и они делают это. Эксперименты Пастера это подтверждали.
Джозеф разработал первый в истории антисептик. Им была карболовая кислота, которая обеззараживала рану, не давая проникать туда микробам, которых было так много в больницах. С августа 1867 года он начал ее успешно применять в своей практике и постепенно переманил других хирургов на свою сторону, на собственном примере показывая им, что микробная теория все же имеет место быть, и пора бы уже выкинуть устаревшую миазматическую теорию и понятие, что если что-то нельзя увидеть, то этого и вовсе не существует. Так человечество проделало еще один шаг на пути к изучению и попытке обуздать злобных микробов, которые не только убивали людей в хирургических кабинетах, но еще и миллионами истребляли ничего не подозревавших горожан тогдашней Европы. Следующим витком в борьбе с микроскопическими убийцами было открытие Пауля Эрлиха, личности довольно одиозной и эксцентричной. Поговаривали, что в день он выкуривал 25 сигар и часами мог философствовать в пивной. Кстати, он не был ученым, по крайней мере, на тот момент, и не имел специального образования химика или бактериолога, что, кстати, не помешало ему в 1908 году получить Нобелевскую премию, но уже за лечение сифилиса и его чудесный препарат номер 606. Но об этом уже, наверное, поговорим в ролике про сифилис. Эрлих заметил, что анилиновые красители окрашивают только определенные ткани и клетки только определенных микроорганизмов. И он сделал вывод, что если один микроб поглощает краситель, а другой нет, то если в этот краситель подмешать нечто такого, то этот микроб вполне можно убить, теоретически. И Эрлих начал искать способ, как этого добиться, а молекулы, которые могли убивать другие, он стал называть волшебными пулями. Таким способом удалось открыть сальварсан, и ученые усердно занялись тестированием всех остальных так называемых волшебных пуль. Стали перебирать сотни веществ, тестируя их на патогенных микробах. Этим методом в начале 30-х годов очень удачно воспользовался врач Герхард Домок, который решил использовать краситель пронтозил красный для того, чтобы вылечить свою дочь от хронической стрептококковой инфекции, полученной в результате банального укола иголкой. Да, тогда достаточно было просто поцарапаться или уколоться, чтобы подцепить инфекцию, от которой можно умереть. Довольно криповые времена. Сначала ученые думали, что именно окрашивание убивает бактерию, но позже выяснилось, что при расщеплении в организме этого самого красителя протозила красного образуется сульфаниламид. И именно он уже мешает синтезу фолиевой кислоты у бактерий, что как бы является их пищей. Грубо говоря, они начинают голодать, а затем умирают. Тогда-то все и смекнули, что таким вот незамысловатым способом можно лечить доселе неизлечимые болезни буквально в миг. И вскоре сульфаниламиды и их производные стали широко применяться в медицине. Их буквально называли чудодейственными лекарствами. У людей просто башню сносило от того, с какой легкостью эти препараты лечили доселе как бы неизлечимые болезни. Только в США количество смертельных случаев пневмонии сократилось на 25 тысяч в год. Да и вообще в годы Первой мировой от раневых инфекций умирало не меньше солдат, чем от пуль врага. В частности, была очень распространена газовая гангрена. Она обычно развивается в глубоких ранах, возникающих в результате разрыва бомб и снарядов, когда ткани оказываются пробитыми или раздавленными. Ее провоцирует бактерия рода Clostridium, которая является родственником бактерий, вызывающих ботулизм. Эти бактерии быстро развиваются внутри ран, где нет доступа к кислороду, и в результате ее развития из раны течет гной и образуются зловонные пузырьки газа. В Первую мировую войну такие гангрены лечили исключительно ампутацией, а если этого не удавалось сделать, то раненые очень быстро погибали. Да и от ампутации в полевых условиях было тоже немного пользы. Так что теперь вы можете представить себе, какая смертность была на полях боя от ранений, которой, кстати, не было во Вторую мировую, так как в промежуток с 1935 года по 1946 было получено более 5000 производных сульфаниламида. Хотя сульфаниламиды не считаются антибиотиками, потому что это вещества не микробного происхождения. Это все же первые противомикробные препараты, которые снискали такую популярность в народе. Они не только сократили огромные потери солдат во Вторую мировую войну, но еще и значительно снизили смертность в США от пневмонии и способствовали снижению смертности от родильной горячки, вызываемой стрептококками. И вот только сейчас мы подошли к тому моменту, с которого обычно людям принято рассказывать об антибиотиках. Параллельно с открытием сульфаниламидов, сальварсана и прочих антимикробных препаратов идет и изучение того самого святого Грааля, который даст человечеству на долгие годы защиту от множества микробных болезней и сведет весь страх от некогда грозных убийц к обычной бытовухе.
Встречайте, пенициллины. Да, те самые, которые позволили окончательно прижать злобных микроорганизмов к стенке и рассчитаться на первого-второго. Разработка пенициллина не была каким-то спонтанным мероприятием. Это была довольно долгая, планомерная работа по изучению плесени и ее влияния на другие микроорганизмы. Вру, это была чистейшая случайность. Ну, конкретно открытие пенициллина. А тогда плесень изучали и довольно планово, так как люди с древности использовали ее целебное свойство в лечении всяких телесных инфекций и, в принципе, в 20 веке уже понимали, что вот эту штуку надо бы изучать, так как за ней будущее. И работа по выведению антибиотиков кипела не только лишь в лаборатории, где работал Флеминг, который в 1828 году открыл противомикробные свойства плесени пенициллина, как я уже говорил, по чистой случайности. Этим вопросом занимался еще и Зельман Ваксман, который ввел само понятие антибиотиков. И еще раньше в целом разные врачи использовали плесень этого вида в своей практике. Тому же Листеру удалось с помощью этой плесени вылечить одного из своих пациентов от хронического абсцесса. Систематическое же изучение плесневых грибков началось только после того, как Александр Флеминг обнаружил, что плесень рода пенициллиум заражала культуру стафилококковых бактерий. Он выявил, что в присутствии плесени колонии бактерий становились прозрачными и распадались, происходил так называемый лизис. И он сложил дважды два и решил работать в этом направлении. Но несмотря на все его успехи, ему все же не удавалось выделить достаточно пенициллина. Понадобилось еще 10 лет, прежде чем начало что-то получаться. Нужно было определить рабочую дозу так, чтобы она убивала микроб, но не убивала пациента. А это, как вы понимаете, дело не из легких. С этим Флемингу помогли уже Говард Флори и Эрнст Чейн из Оксфордского университета. Первые клинические испытания грубого пенициллина были проведены только в 1941 году. И первый отчет звучал довольно абсурдно. Лечение прошло успешно, однако пациент умер. Все из-за того, что им тогда еще не удалось выделить достаточное количество препарата. У них его было буквально ложка. Естественно, от этого пациенту сначала стало лучше, но ненадолго, так как препарата нужно было гораздо больше. Со временем все наладилось. В начале 40-х годов производство пенициллина началось в промышленных масштабах, что было очень кстати в разгар Второй мировой. За это открытие всем троим, Чейну, Флори и Флемингу, сразу же после окончания Второй мировой войны дали Нобелевскую премию. Интересен еще и тот факт, что работающему параллельно Ваксману, практически сразу после открытия Чейна и Флори удалось выделить стрептомицин. Точнее, это сделал его аспирант Шац, с которым они потом еще долго судились за право первооткрывателя. Но все же Нобелевскую премию в 1952 году за эти заслуги дали исключительно Ваксману. И вот с этого времени и началась эра антибиотиков. За следующие 50 лет откроют десятки антибиотиков, что поможет полностью расправиться со смертоносными врагами, терроризировавшими человечество, и вздохнуть полной грудью ни одному поколению врачей. А еще загрязнить атмосферу, убить экологию и произвести на свет целый миллиард китайцев. Но это уже мелочи. Главное, что враг повержен. Но, собственно, чем примечателен антибиотик? Как он стал таким вот, каким он стал, каким мы его все любим? И как он работает? Во-первых, антибиотики люди не придумали, а открыли. Помог нам в этом естественный отбор, так как те полезные свойства бактерий, которые мы используем в своих целях, нужны им, чтобы конкурировать с другими бактериями. То бишь, у них есть свои интересы, и они их отстаивают. А приходя на очередную стрелку, чтобы отстоять свою территорию и ресурсы, микробы видят, что вот они здесь не одни, и что все до зубов вооружены. Кто-то притащил кастет, кто-то биту, а кто-то вообще коктейль Молотова. И один главарь, представитель самых успешных бактерий, говорит своим подопечным: «Джонни, мать твою, тащи стволы, сейчас мы покажем этой плесени, где плесень зимует». Мы же все здесь плесень. Извините. Так, аккуратненько, у нас здесь микромир, все маленько, места мало. Иди сюда, мать твою! И начинается заварушка. Люди же в это время смотрят в микроскоп и наблюдают, у кого же из бактерий оружие толще. И берут на карандаш тех, которые хорошо справляются уже с нашими обидчиками. Так мы и научились использовать себе во благо свойства одних бактерий убивать другие. Но, черт побери, как же они это делают? Это хороший вопрос. По-разному. Некоторые антибиотики могут убивать бактерии, некоторые просто тормозят их размножение, некоторые связываются с бактериями так, что у них потом вся клеточная жизнь идет одним местом, к примеру, блокируют синтез ДНК, РНК, белков, клеточные стенки и так далее. Существует целая куча препаратов, которые работают по-разному и убивают тоже разные бактерии.
Людей они, как правило, не трогают, но делают это лишь потому, что мы сознательно выбираем именно тех, которые будут нас лечить, а не убивать. Так-то людей и кипятить можно, это тоже убивает бактерий. Но делать этого лучше не стоит. И вот мы подошли к тому моменту, когда все вроде бы прекрасно. Прошли долгий путь к синтезу, успешно лечим те болезни, которые всего лишь 100 лет назад могли запросто нас убить. Но все не так просто. Тот же естественный отбор, который помог нам найти этот святой Грааль, что нас всех вылечил, нас же теперь и убивает. Есть такое понятие, как антибиотикорезистентность, и эту штуку нельзя недооценивать. Точно так же, как мы адаптируемся к внешним неблагоприятным условиям, адаптируются и наши болезни к тому, чем мы их убиваем. Получается, этакая эволюция наперегонки. Мы травим их одними лекарствами, они к ним приспосабливаются. Мы создаем новые, начинаем их травить другими, они к ним тоже приспосабливаются. В итоге, если мы не будем постоянно искать новые способы убийства микробов, то мы все прорвем. Все эти старания ученых 20 века пойдут просто коту под хвост. Это происходит по многим причинам. Самой распространенной является, наверное, неумелое использование антибиотиков. Из-за их широкого распространения в середине прошлого века они стали для нас обыденностью. У всех дома в аптечке лежит на всякий случай хотя бы тетрациклин. Но не все понимают, что антибиотиками не все можно вылечить. К примеру, грипп и простуду вы не вылечите антибиотиками, так как они имеют вирусную природу. Могут быть осложнения бактериального характера и при гриппе, скажете вы. Но без четкого установления характера этого осложнения иногда трудно определить антибиотик, который будет лечить именно вашу болезнь. Как правило, люди видят надпись «антибиотик» и, не вдаваясь в подробности, выпивают пару таблеток так, на всякий случай. Хотя он может быть совершенно бесполезен в вашем случае, так как спектр его действия приходится на другие штаммы бактерий. И вот еще одна очень неприятная оплошность. Когда человек заболел, врач ему прописал антибиотики, и он принимает их только до того момента, когда ему не станет чуть-чуть лучше. И просто их перестанет пить. Ну правильно, зачем травить свой организм лишний раз? Таким образом, он способствует появлению резистентных бактерий, которыми он рискует заразить своих близких. И когда они уже пойдут к врачу, врач им выпишет точно такое же лекарство, но оно им уже не поможет, и человек вполне может умереть. И все из-за безрассудства ваших близких. Даже не от той бабки, которая сидит у кабинета врача в очереди, а от ваших самых близких людей. Сам Александр Флеминг в своей Нобелевской лекции в 1945 году сказал: «Я должен сделать предупреждение. В лабораторных условиях у микроба легко вырабатывается устойчивость к пенициллину при воздействии слишком слабых, не уничтожающих его доз. То же самое может случиться и в организме. Наступят времена, когда пенициллин будет продаваться в каждой аптеке, и тогда человек, принимая его по невежеству в недостаточных дозах, не уничтожит микробы, а выработает у них устойчивость». Возьмем гипотетическую ситуацию. У мистера Икс заболевает горло. Он покупает пенициллин и, приняв слишком слабую дозу, только закрепляет стрептококк. Жена мистера Икс, заразившись от мужа, заболевает пневмонией, и ее тоже лечат пенициллином. Поскольку стрептококк теперь устойчив к воздействию, лечение не срабатывает. Миссис Икс умирает. Кто же виноват в ее смерти? Никто иной, как мистер Икс, бездумным приемом пенициллина, повлиявший на природу микроба. Еще большая проблема с антибиотиками кроется в корыстных соображениях скотоводов, которые добавляют в корм животным антибиотики для профилактики инфекции и для того, чтобы животное лучше набирало вес. Никто не знает, почему животные набирают вес на антибиотиках. И именно из-за этого, потому что ученые не могут как бы показать механизм этого действия, и происходит такая штука, когда эту отрасль становится очень сложно регулировать. Это большая проблема, даже несмотря на то, что в цивилизованных странах существует проверка мяса на содержание в нем антибиотиков, есть страны, которые просто забивают на эти договоренности. К примеру, в Китае массово кормили животных антибиотиками, которые во всем мире оставались как самая надежная защита на черный день, в результате чего бактерии быстро к нему приспособились, и, как говорится, что был антибиотик, что его не было. Но самую большую угрозу здесь представляют все равно люди, точнее бесконтрольное распространение антибиотиков в местах с очень плохой медициной, ну или там, где людям попросту не по карману эта медицина. И для того, чтобы познакомиться с этим всем поближе, я предлагаю вам перенестись в 1,5-миллиардную Индию. Именно туда, в страну, где бедняки не могут позволить себе дорогую медицинскую помощь. У них есть возможность свободно приобретать самые любые антибиотики на свое экспертное усмотрение. Даже самые сильнодействующие и редкие. И как показывают исследования в Индии, при респираторных заболеваниях и диарее в 80% случаев прописывают антибиотики. Хотя они от этих заболеваний не помогают. Однако у местного
населения попросту нет денег для того, чтобы обратиться за качественной медицинской помощью и получить точный диагноз. В итоге мы получаем огромный простор для действий самым различным видам патогенов, которые в перспективе вырабатывают устойчивость ко многим существующим на сегодняшний день антибиотикам. И это уже не те гипотетические опасности, о которых говорил Флеминг в 1945 году. Это уже происходит. В Индии в этом плане сложилась уникальная ситуация. Если в Соединенных Штатах устойчивостью к воздействию распространенных антибиотиков обладают 20% больничных инфекций, то в Индии больше половины. И там примерно с 2006 года стали находить один тип гена под названием NDM1, который может делать любую бактерию устойчивой к 14 классам антибиотиков, в том числе мощным внутривенным, которые назначают как самое последнее средство, когда все остальное не помогло. Особенность этой штуки в том, что она может передаваться от одной бактерии к другой при помощи горизонтального переноса генов. То есть бактерии даже не нужно размножаться для того, чтобы передать его с потомком. Одна бактерия приближается к другой, передает ей свою ДНК, уже устойчивую ко всем видам антибиотиков, и все. И причем этой бактерии не нужно даже быть живой, к ней просто может подойти любая другая и завладеть ее устойчивостью. Пока этот ген встречался в основном в безопасных для жизни бактериях, но его способность дезактивировать действие практически всех видов антибиотиков и ее активное распространение по миру медтуристами, которые летают в Индию за дешевой медицинской помощью, грозит нам всем очень и очень большой бедой. Одно ясно точно, продажа антибиотиков без рецепта в аптеках и неумелое с ними обращение приведут нас ровно к тому, с чего мы и начинали 350 лет назад. А именно, к полной беспомощности перед лицом маленьких зверушек, которых мы можем увидеть только лишь через микроскоп. Но справедливости ради стоит сказать, что эту гонку на выживание мы пока не проигрываем. И это вселяет надежду. Каждый день тысячи ученых усердно трудятся, разрабатывая все новые и новые способы, которые и помогают нам в этой гонке двигаться вперед. А с вами был я, Луни. Всем спасибо за просмотр. Если вам нравится такой формат и вы хотите больше таких роликов, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Я не понимаю, почему вы этого еще не сделали. Вот, а также хочу сказать спасибо всем тем, кто поддерживает меня через донаты или на Патреоне. Вы большие молодцы, большое вам спасибо. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока и будьте здоровы.